мюзикл-шоу – это яркая, динамическая, костюмированная, театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансам. Первое отделение – это легендарная история Нотр-Дам-де-Пари, а второе – история Ромео и Джульетты. Это две потрясающие истории с изумительной музыкой и поразительными сценами, так полюбившиеся зрителям по всему миру. Популярность, на мой взгляд, в том, что музыка сродни русской музыке, белорусской музыке. Она легла на душу наших людей, она проникла вот в самые глубины сердец. Вот эти нотки, вот эти гармонические переходы, они присутствуют и в этой музыке. И мы сами, все участники труппы, очень любим эту музыку. Я думаю, что залог успеха не только в музыке, а еще и в том, что мы, люди, которые исполняют эту музыку, настолько ее обожаем, настолько любим вариться в этом материале, это уже долгие-долгие годы, в этом тоже залог успеха. В Брест труппа приехала в первый раз и привезла не только прекрасные эмоции, связанные с увлекательно театрализованной программой, но и познакомила брещан с ведущими артистами самых известных, успешных и легендарных мюзиклов, такими как Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Петр Маркин и Вячеслав Гнедак. Сейчас мы обкатываем нашу программу, которая есть, потому что она имеет очень большой спрос. То есть зритель привык к нашему составу, привык к этой музыке, привык к нашему шоу, поэтому как бы на душу нашего русского белоруса как бы очень хорошо ложится. Трагические истории мюзиклов, любимые арии, проникновенное живое исполнение артистов вызвало большой отклик у брестских зрителей. И уже после первой части шоу было понятно, что сценическое действие растопило своей теплотой и искренностью душевное состояние каждого сидящего в зале человека. Очень понравилось. Жду дальше Ромео и Джульетту. Я вообще сначала смотрела еще в школе оригинал на французском, поэтому я это все смотрю, вспоминаю, провожу аналогии, мне это очень, очень близко мне. У нас сегодня маленький юбилей просто. Да, у нас 20 лет свадьбы. Да, и поэтому мы себе сделали подарок. Мы очень любим музыку, языки, да. Вот особенно вот Нотр-Дам. Вообще Нотр-Дам, вот да, это последняя, это особенно, конечно, это Белль, это вообще со старых времен, да, когда еще просто, французы да. Да, выступали. Да. Очень хорошо, кстати, что на русском. Я обычно все в оригинале слушала. Конечно, знания французского у меня нет, но тем не менее, конечно, вот сейчас очень классно, что на русском все подали прям идеально. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.